А теперь новости российского шоу-биза. Всем известная Мизулина подала донос на тиктокера Даню Милохина, который уехал из России после 24 февраля 2022 года. И вот спустя полтора года, когда он решил вернуться на родину, Мизулина начала вставлять ему палки в колеса. Я в Москве, я в Москве. Уже даже заговорили о том, что Милохин этой осенью пойдет в армию на службу. Тиктокер сбежал обратно за границу в Дубай. Я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае. Ну а в Российской Госдуме посчитали, что Мизулина своим доносом отпугнула от возвращения тысячи россиян. И решили, что вместо армии или срока можно, к примеру, мести дворы. По такому случаю ускорили разработку нашего законопроекта об обязательных работах для серийных доносчиков. Назовем его закон Мизулиной. Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете. Это должно стать уроком для всех, кто уверен, что доносительство – это норма.